Естественно, у него на голове, блядь, казахская шевелюра. Где, блядь, доказательство? А что это такое? Да он сам базарит на карте. Он сам говорит, что он держава. Где он говорит? Где он говорит? Где он говорит? Смотрите и знайте, стоите тут, блядь, зубы свою. Ну да чего ты снимаешь? Ну а что, запрещено запрещено? Ты будешь, сука, пиженый постоянно. Ты животное, блядь. Дешевка, сука. Это пидор редкостный, я его знаю давно. Мразь, блядь. Это что ты? Иди. А я ты казак. Лиза, вперед. Пускай вы. Ну, спросите меня. Что он показывает? Что ты показываешь? Мразь. Тебе башка будет. Что ты вот за телефон? А что он провоцировал? Я тебе говорю, что это было, да? Да, это редкостно. Я узнаю, что много лет это пидор нет. А что он сам на карте? У нас Бандеры, блядь. Вот, мразь, блядь. Да Бандеры выебать, конченые люди. Да, воюют они, говорят, с Россией. Да тушите его, Гондона надо. Вот да кто Россия... вас будет спрашивать вообще? Вы нам еще будете да указывать, иди. Ты же говоришь, что ты с Россией воюешь. Или я говорю? Я говорю, мы все говорим. А если ты не понимаешь, с кем у нас война, так сиди тогда. Сиди, провоцируй. Война у вас. Я делаю это. Да, у вас, блядь. А вы откуда? Вы паспорт покажи. Кто вы? Где вы прописаны? Да она продала. Да да боли отсюда. Вместе в Ростов, вместе с этим казачком. Да. Да. Все сказал. Сиди, записывай. Предупреди, снесем голову, увидим город, снесем башку нахуй, блядь. Этому гандону, блядь. Все, да. Да, да что нормально, это еще раз, что нормально. А где Россия? Покажите, где Россия? Ты что, издевайся, у нас 15 тысяч погибло. Да не трогай меня. 15 тысяч погибло. Так не сколько ты себя. Иди отсюда нахуй тогда, блядь. Езжай в Ростов тогда, блядь, и там рассказывай. Сука, стоишь тут народ, блядь, провоцируешь, блядь. Твоя мать, сука. Продажная, нахуй, блядь, ни стыда, ни совести, блядь. Стоит, сука, блядь, это Шилович, блядь. Еще раз, нахуй, ты, блядь. Скажи ему, пусть он не лазит, сука, блядь, с этой шапкой, нахуй. Вы услышали меня? Так он же не только лазит, он еще и хвастает. Он и всем рассказывает на камеру, что он казачок Ростов. А то, сука, подсрачник получишь, блядь, и попиздуешь, нахуй, там деньги, в Ростов. Нельзя! Иди сюда! Ты животное! Иди сюда! Пидорас, иди сюда! А что ты за бабой прячешься, ты? А он по-другому не умеет. А что ты за бабой прячешься? Иди сюда! Лысый, иди сюда! Что ты за бабой прячешься? Ты мудила, блядь! Так следите за своим мужем! Пошли сейчас на улицу, пускай выйдет. Чума голимая! Он этим хвастается еще ходит. У него все хорошо. Он жопу продал и все продал. Пидор, а то все, блядь. Ебучий. Спасибо, ребят. Оставьте его в покое. На все доброго.